Всем привет! Вы на канале ресторана Raw Club. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы будем готовить пиццу Цезарь. Для начала выкатываем тесто в муке. Ну, в общем-то, все. Мы выложили тесто на противень, теперь промазываем соусом для пиццы. Равномерно распределяем моцареллу по всей поверхности пиццы. Нарезали курицу соломкой, теперь будем мариновать ее. Для этого нам понадобится карри и масло. Все, наша курица готова. Нарезаем бекон. Дальше выкладываем мясо на пиццу. Выкладываем бекон. Затем выкладываем нашу курицу замаринованную. Отправляем нашу пиццу в печь. Осталось присыпать нашу пиццу пармезаном. Пицца Цезарь готова. Звоните, заказывайте, пробуйте. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был ресторан Raw Club. Пока!